Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас прокачка следующей судьбы. Это будет субтирания или субтирания. Аж закашлялся. Или выговорил. Вот такая вот локация в судьбе. В принципе, отсюда есть неплохой герой. Это сердцеедка. Асурик тоже неплохо будет смотреться. Ну, Ронин — это увеличение урона. Это сразу же минус. Там хоть и при том, что ему добавляется точность, но ниндзя, честно говоря, особо урон только увеличивается, тоже ничего особенного не будет с этого. Так, ну что, начнем. Гарнизонные у меня уже вкачаны, тут увеличение идет урона у ассасина, в принципе, пофиг. Тут идет дополнительный стан на 1,5 секунды базовому скиллу. Так, ну что, начнем, давайте с ниндзика. Сразу же будем его дальше качать. Смотрим уже изменения. Так, отлично, поехали. Так, блин, ведьмы нету. Я говорю, ведьмы. Бабульки нету, это плохо. Постараемся по-быстрому, может, и обратно сейчас все-таки обратно поставим, потому что с ней именно в кайф набивать. Так, Анубис у нас уже расцвели. Ну, как видите, зеленый смотритель дает свое. Для себя. Так вот, нас унизили. Так, вместо них поставим все-таки бабульку. Вот сейчас будет побыстрее все дело это двигаться. Ниндзика, в принципе, вы нигде использовать не будете, показывала я уже на 12-м. Честно скажу, толку никакого нет. Чисто ради прокачки силы. Есть его смысл качать, а так в него вливать кучу ресурсов. Смысла никакого нет. Так, отлично. Качиваем, посмотрим, что получится на 12-м сразу. Ну вот у него 1000 урона, 1000% и крит 35%. В принципе, такое себе, не скажу. Особо вам нигде оно не пригодится. Так, поехали дальше. Дальше будет намного интересней.
Что бабулька делает? Вообще просто божит. Так, окей. Ну, следующий у нас идет Асура. Вот. Добавится плюс одна цель. Герой очень интересный. Имеет отражалку. Скажем так, автопрок. Если включится, вы уже никак его не заглушите. Только единственный вариант — его быстро убить. Снимает энергию. Ну, в общем, разноплановый интересный герой. С этой локации ему, в принципе, сердцеедки есть смысл качать 12-е. Если вы, конечно же, будете его использовать. Если вы его не используете, ну, особо вдавайте в него ресурсы. Я, например, у себя его не особо использую часто, поэтому и он как-то так. Так, отлично. Как хорошо дело пошло с бабулькой. Просто песня. Так, смотрим на Асурика. Четыре цели, 24 энергии. Так, вот у него на десяточке. Поехали делать 12-й скилл. Ничего себе. 397. Ну, в принципе, еще одна судьба и... соточка уже у нас. Так, есть. Что мы имеем на 12-м? 565 цели, 26 энергии. Все остальное осталось. В принципе, только одна цель изменилась. Ничего такого особенного не прибавилось. Больше бы таких расстановок, как это. Забежал и сразу себе надо выбил. Так. Дальше у нас будет Ронин. Ронина, в принципе, все используют на битве гильдии. С одной стороны, это усиление хорошее. С другой стороны, у вашего героя получается демка, увеличение силы, он будет быстрее отбиваться. С другой стороны, увеличение уклона, ну, не знаю, смотря как вы прокачаете скилл. Если скилл вы героя не прокачаете, то в принципе 12-ка ему будет очень даже полезно. Так, отлично, поехали. Thank you.
Так, смотрим. Довольно полно. Так, на десятке 600% атаки, 4 секунды иллюзорность, 6 шанс крита 90%. В общем, вот так вот, поехали, делаем 12-й. Смотрим, что у нас поменяется. Ничего себе, закончились зеленые камни наконец-то. Так, отлично, 12 есть, и осталось у нас сердцеедка одна. Так, 12 скилл имеет увеличение точности на 20. Так вот, все остальное там, кроме урона, 720% уже осталось без изменений. Мы поехали, последний наш герой. Это у нас будет сердцеедка. Тоже интересный ПВХ-шный герой, в принципе, и на фарме плохо себя показывает. Сердцеедки. Увеличение, уменьшение урона. Точнее, уменьшение урона вражеских героев. Так вот. Ну и плюс увеличение базовых характеристик. С 12-м, конечно, она себя неплохо показывает. Надо будет на нее поставить еще порочный пак, потестить. Делать максимальный урон. Так, отлично. Наконец-то есть куда кулаки тратить. На зеленые камни. Так, ну что, финишная прямая. Так, окей. Добиваем. Интересно, хватит на 498. Хватит. Почти. Так, что мы имеем? А, у меня тут можно так сделать, есть. Так.
Так. 240 атаки каждых 0,3 двум целям. Понижает их атаку на 35% на 3 секунды. Это немало. Также забирает 25 энергии. Восстанавливает себя уже 50% от жизни, от урона. Вот так вот. В принципе, все. Локация такая интересная, своеобразная. Многие героев не используют. И в частности, качать их надо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.